Да. Мама сказала слазь со стола. Злата родилась здоровым ребенком, но по мере ее взросления родители стали замечать, что их дочь ведет себя странно. Девочка перестала откликаться на свое имя и все хуже слышала чужую речь. К 6 годам логопед диагностировал у девочки нарушение речи и посоветовал обратиться к сурдологу. И тогда ребенку поставили диагноз – двухсторонняя тугоухость третьей степени. Чтобы Злата снова могла слышать, нормально развиваться и в следующем году пойти в школу, ей необходимо носить сверхмощные слуховые аппараты. И стоимость их – 220 тысяч. Рублей. Но эта сумма непосильна для семьи Златы. Чтобы помочь девочке, вы можете отправить смс со словом «Счастье» на короткий номер 7715, указав через пробел любую сумму вашего пожертвования. Также это можно сделать на сайте фонда «Край добра» в разделе «Я хочу помочь».